Итак, чтобы поменять сальники на рулевом редукторе на 123-м Мерседесе, в первую очередь вам понадобится ключ на 36 или головка на 36, чтобы снять гайку, которая держит сошку. Далее, вот такой съемник. Лучше помощнее съемник. Все зависит от того, в каком состоянии редуктор, как давно она снималась. Далее, съемник стопорных колец, желательно с насадками. На рынке можно недорогой купить. Ну и два сальника. Фотки я приложу. Я взял фирмы Эльрин. Эльрин. Вот. Что я делал? Далее я в тисках зажал редуктор сошкой кверху. Поставил грелку на минут 15-20, наверное, грел. Далее попробовал тянуть съемником. Ну, почувствовал, что вряд ли удастся, скорее сломаю. Дальше пробовал оббивать молотком, тоже ничего не дало. В итоге взял кувалду, снизу хорошо приложился, на третий удар она чуть-чуть сошла, совсем чуть-чуть, но это стало заметно. Дальше съемником она хорошо сошла. Можно не беспокоиться о том, как сняли, потому что здесь есть метки. Вот одна и вот вторая метка. Раз и два. Поэтому поставить обратно получится нормально. Все. Далее стоит стопорное кольцо. Его съемником стопорных колец снимаем. Дальше сальник вынимаем. Отверткой или я шуруп вкрутил с помощью шурупа. Вот. Здесь впереди только стопорное кольцо. Тут маленький сальник, здесь большой. Ну все.